Итак, мы приехали на следующее место. Это пятое место в нашем списке — Zuma Beach. Сейчас, конечно, зима, и считается не сезон. Мы приехали на знаменитую Zuma Beach пляж. Он славится, знаете, чем? Самой большой, самой широкой береговой линией. И именно на этом пляже снимали несколько серий «Спасателей Малибу». Что я хочу сказать, зимой сюда не приезжайте, потому что здесь очень ветрено, прохладно, делать здесь нечего, но парковка здесь зато стоит $3. Есть намного больше интересных мест, пляжей в Калифорнии, где можно даже зимой красивые виды какие-то наблюдать. Вот даже недалеко, там есть вот такой склон. Можно забраться туда на гору, то есть это как бы считается тоже Zuma пляж. Вообще не завидую вон той съемочной группе, которая что-то снимает и мучает коня. В общем, ну очень холодно, простуда, думаю, гарантированно. В общем, смотрите, если вы решили ехать на Zuma Beach зимой, я вам советую не доехать буквально несколько, ну там буквально одну милю, и вы попадете на другой пляж, который называется Sunset. На самом деле мы здесь были уже много раз, и он нам нравится гораздо больше. Здесь вот есть такой скалистый выступ, на который можно забраться. И тоже такая же широкая береговая линия. Это тот же, та же самая Zuma Beach, переходящий в пляж Sunset. Он намного лучше и намного интереснее. Тут очень крутое место есть для фотосессий. Большие валуны, такие камни, видите, да? Об них разбиваются гигантские волны. Притом вон там есть проход, и там как бы такой девственный пляж, народу никого нет. Летом обязательно туда вернемся. Если увидели, у меня есть летом сделанная фотография как раз на обрыве скалы, где волна бьется об камни. Это было сделано именно там. Sunset пляж, запомните, очень классное место. Летом мы не поднимались наверх на эту скалу, но сейчас мы можем с вами туда пройтись. Поэтому пойдемте посмотрим, какой панорамный вид открывается там. Для того, чтобы подняться наверх, есть тропинка. Здесь безопасно. Пока что. Я не знаю, дальше не ходила, не была. Все огорожено заборчиком, чтобы никто не упал. Смотрите, у нас начинается весна. И желтые классные, такие красивые цветочки. Ребята, представляете, мы буквально летом были здесь. Вот этот девственный такой классный пляж, про который я говорила. Здесь были пожары зимой. Вот это все осыпалось со скалы. И нашего пляжа уже не стало. Эти камни же здесь будут лежать вечно, никто же их не уберет. На тех валунах, которые вон из воды торчат, сидели морские котики. Здесь можно было понежиться в мягком пушистом песочке. Идеальное место для заката. Zuma Beach находится вон там. Мы находимся на пляже Sunset. Он находится здесь. Здесь вот парковка. Тут наша машина стоит. Парковка летом стоит здесь $8. Можно подняться вот по этой тропинке. Абсолютно безопасно. Есть заборчик. Можете подняться даже с детьми. Но те, кто боятся высоты, все равно